ты гречихи увеличил посев? Все семена, которые будут, все высеют. Может даже больше. Ну посмотри, чтобы мы могли произвести достаточное количество, потому что россияне отказались с нами работать, как это было в советские времена, когда мы больше покупали гречихи там, поскольку лучше, конечно, она там произрастает, чем у нас. Картошку сеешь, свеклу посеял. 30% декларации еще. Лен сегодня завершали. Сколько ты гектаров сеешь? 8300. 8300. Проблемы какие? Нету сегодня тепла, нету сегодня влаги. Главное тепла, фактор тепла. Ну будет тепло через два дня. Если будет тепло, будет все. Будет озимые, будут яровые вовремя посеяны, заправлены достаточно хорошо в этом году. Обратите внимание, дефицит влаги. Некоторые низкие места, куда мы не можем влезть даже в Гомельской области, не говоря о Могилевщине. Надо сейчас поставить технику, чтобы распахать, как в деревне говорят, разорвать этот дерн.